Геральт объявил войну Иридин, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение Ведьмака 3. Так, что я хотел сказать? Сделал я, значит, меч серебряный, отличный. Все у нас вроде бы отличное теперь. Отличное, так, отличное. Но почему не суммируется, я что-то не понял. Хотя, может, и суммируется. Так, значит, тут у нас вроде все хорошо, по весу хорошо. Давайте задание, чем мы сегодня займемся. Последние приготовления у нас тут остались, да? Но я думаю, что все-таки еще заняться последними дополнительными заданиями, которые у нас появились. Показать 3 статуэтку солдата, например. Во время визита к бухгалтеру Цезарю Бильзину Геральт стянул с коллекции краснолюда статуэтку солдата, хотя обычно я осуждаю подобные акты мелкого воровства, считая их по меньшей мере свидетельством дурных манер. В этот раз кража привела к серии весьма любопытных событий, а потому укорять ведьмака я не возьмусь. Ведьмак заметил, что от статуэтки исходят магические эманации, и решил показать ее Трис. Ну что ж, давайте этим и займемся. Показать статуэтку солдата Трис. А где Трис? Вопрос. Такой есть. Интересно. Новиград. Это понятно. Но отметки-то нет. Ладно. Так, основные. Трис. Я не помню. Трис. А, Трис мы отправили же, блин. Так, ладно. Тогда давайте поедем на скеллиге. У нас тут 34 уровень, как раз улучшение кота, волка и грифона. Сразу же сделаем, чтобы не тянуть кота за причинные места, правильно? Так, нам сюда, значит, нам сюда. Вот так бывает, когда давно не играешь Ведьмака недельку, и уже все начинаешь подзабывать, что мы стоим не возле быстрого перемещения. Кстати, заодно. А, ну хотя, я думал посидеть помедитировать, чтобы вам виднее было на ютубчике. Ну да ладно. Сразу на скеллиге отправимся, а там уже видно будет. Кстати, довольно далековато. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. И к вам, дорогие друзья, есть вопрос. Как вы смотрите, если на канале будут такие игры, как War Tales, HardWest 2. Я на Steam Deck играю просто в них. В принципе, затягивает очень сильно. И они тоже не короткие. Ну, соответственно, Ведьмака мы не забрасываем, как я и обещал. Полное прохождение будет обязательно. Кто у нас тут убитый рядом где-то?
Не понял. Это как работает? Тут где-то труп, но его нет. Ну да ладно. Так. Тупая кобыла. Погнали. Блин, цветок. Ладно. Нам вот сюда надо, по-хорошему. А нас ведет вот сюда. А здесь у нас что? Убери ее. Улучшение школы кота. Ну, рассадник чудовищ. Ну, давайте сюда. Сейчас по дороге поедем. Там черепок вроде как. Должно быть интересно. Опа-на. Иди сюда. Да блин, да рубани ты его. Но. Погнали. Не будем отвлекаться на мелочь. Хотя на скеллиге вроде как монстры помощнее. О, господи, гарпии. Совсем уже стал забывать эти прекрасные края на скеллиге. Что тут всякие необычные чудики живут. Чудовища. Так, полуденница. Ну иди сюда. Не хочу даже знак накладывать. Так, добью. Вот так вот именно. Спасибо. Так, ну погнали. Да не ори ты, плотва. Каэр Глен. Тут мы не были. Тут какая-то резня была, да? Насколько я понимаю. Ох ты. Иди сюда. Маленький вампир. Что-то тебя колбасит, дружок. Не греда, кстати. У него было. Неплохо. А я в прошлой серии, да, по-моему, искал не греда. Что за меч? Гинвайль Аэт. Серебряный меч. Ну, такое себе. Ну, хотя с тремя дырками. Тоже неплохой меч, по идее. Так, ладно. Что мы еще здесь можем надыбать? Вроде ничего, да? Отметка у нас где-то снизу. Так, стоп. Отсюда мы никак туда не проберемся, да? Нет. Метка стоит где-то снизу. Вы знаете мою криворукость, поэтому на всякий случай.
Так, тут у нас не вход. Гарпи. А, ну это я зашел просто с другой стороны, получается, да? Интересно. Вот так, сюда вот, как вниз-то пройти? Пещера, рассадник чудовищ. Явно где-то должен быть вход. А вот и он, да? Да, а вот и он. Просто по своей кривоглазости я его не видел. А было все очень даже просто. Так, ладно. Здесь собрали. Здесь у нас перемещалка где-то должна быть. Где у нас перемещалка? Дверь. Дверь. Как нам туда зайти? Понятно же. Мне просто интересно теперь. Ага. Как-то так, видимо, да? Да подожди ты. Призраками меня решили напугать. Так, все хорошо. Тут у нас сверху что-то есть, да? Да, что-то есть. Бутылка воды. И из-за этого я сюда поднимался. Ладно, пошлите дальше, посмотрим, что здесь. Ага. Понял. Там мы забрали кота. А вот мы вышли как раз к этой двери, которую я хотел. Что-то открыли. На, ворота. Понятно. Так, ну здесь мы с вами завершили свою работу. Погнали теперь сюда. Слава богу, отметки остались. Это не может не радовать. Так, смотрим здесь. Крепленная кожа, проволока оставьте себе. Да не надо мне проволоку. Фиалу возьму. Тут мы уже были, видимо, да? Потому что тут есть кто-то убитый. Распоряжение Хаммонда, например. Перед всяким делом следует подняться к святилищу на холме и вознести подношение богам, чтобы они были к нам милостливы.
а ежели ко мне кто придет, велите им ждать, пока не вернусь. Да все и сами знают, что молитвы мои прерывать не стоит, иначе я озлоблюсь. Не зевайте и ушами не хлопайте, Хаммонд. А, ну это была серия. Давно уже. Да. А Хаммонд молился здесь. Это какой-то предводитель был у них там. Он молился, и мы маленько ему помешали молиться. Так, ну сейчас мы здесь не за этим, правильно? Мало ли, что может на Скеллиге произойти. Опять эти летающие твари, которые меня раздражают иногда. Рассадник чудовищ. Что-то они не хотят на меня нападать. Почему я не удивляюсь, что нам в пещеру? И они не хотят со мной биться, но ладно, как хотят. Поплыли уже. Кто у нас здесь живет? Какие-то странные колонны. Кто-то кряхтит. Давайте осмотримся сначала. Загадка со статуями, да? Окей. Еще один рычаг. Козы где-то пасутся. И еще один. Драться нам тут пока что не с кем. Так, стоп. Вот это я проморгал. Ну, мы, кстати, выполнили, по идее. Нам надо повернуть каким-то макаром статуи, да? Видимо, вот так. Допустим. Ну, окей. Я даже понять не имею, какой здесь уровень. Но попробовать интересно же, правильно? Так, это надо повернуть сюда, наверное, лицом, да? Ай, блин. Ух, зачесалось. Ага, нет, неправильно. Давай дальше. И еще раз. Вот теперь правильно. Осталось последнее. Не знаю, конечно, возможно, эксперименты мои ни до чего хорошего не доведут, но интерес превыше. Еще разок. Отлично. Ну и кто в теремочке живет? Пока что непонятно. Просто вот из-за этого я сошел, что ли? Что мы там взяли? Сапоги кондотьера. Махакамские штаны. Доспех охотников.
Какая-то не особо сложная загадка. Так-то, ну кто-то где-то носится. Не может же быть просто так. Зашел, взял и вышел. Ну фиг знает, больше ничего не дают мне здесь делать. А вот этот проход ведет куда-нибудь или нет? Нет, он просто пустой. Ну да ладно. Так, здесь мы решили все проблемы. Иди сюда, сирена. Ну, давай. Так, здесь все. По поводу заданий на Скеллиге. Гвинт, неинтересно. Школа волка. Далеко? Ну да, не близко. Но погнали туда. Как-то чересчур все просто, мне кажется, для 3/4 уровня. Так, ну давай вот сюда, например. Пожиратель. Чё, где еще? Иди сюда. Да я говорю, сюда иди. Так, с этими разобрались. Ага, циклоп. Ну пойдем. Ты зачем оленей пугаешь? Циклоп. 21 уровня к тому же. Вот лежать. Так, с этим разобрались. Погнали теперь. Куда нам? Нам вот сюда. То бишь, вон туда. Кто у нас тут летает? Такой красивый. Ты где? Иди сюда, спускайся, поговорим. Спускайся, говорю. Ну давай. Давай сюда еще. Блин. Пойди, Геральт, сюда вот куда-нибудь. Вот так точно попадем. Зараза. Чего он не хочет спускаться? Здесь стоит осмотреться. Че, надумал спуститься? Неужели? Велохвост 18-го. Да ты маленький еще. Чтобы спускаться со мной разговаривать. Так, сюда мы не пройдем. Нас ведут куда-то сюда.
Хотя вряд ли нас ведут. Это обычная стена. Здесь стоит осмотреться. Блин, вот без тебя не догадался бы, да? Здесь стоит осмотреться. Наверх надо, наверное. Я думаю. А как нам попасть наверх? Это вопрос. Ты тут стена какая-то странная. Нет? Нет. О, господи. Вот как все просто. А я голову ломал. Так, ну можно вот сюда, в принципе. Тут, может, торговец у них есть какой-нибудь. Хотя не факт. Но почему бы не рискнуть? Так, плотва, погнали. Оп, дорогу просрал. А с той чародейкой, Йеннифер, у тебя серьезно? Чего вы от меня хотите? Да. Чему вы радуетесь, дурачки? Ну, пошла. Непонятно. Привет, люди добрые. А вот торговец у вас есть, это хорошо. Приветствую. Ты удачно зашел. Вчера вернулся драккар Эйлофа Внезапного. Так что у нас есть новый товар. Ну, покажи. Хорошая добыча, говоришь? Дай-ка взглянуть. Вы это уже читали, карту? У тебя 400 всего. На. Ну и, собственно, вот так вот туда же. 26. Ну, все. У тебя больше ни черта нет. Зато продались неплохо. Бывает. Где у вас перемещалка? Кузнец. И что ты с ним делал, если у тебя зубов? Кузнец нам не интересен. Так, теперь вот сюда. Ну, здравствуйте. Ну, иди сюда. Что из вас, кстати, выпадает? Фигня же, да, по-моему, какая-то? Ну, кровь, кости, язык. Попал. Сколько вас еще здесь? Подходите, рыготики, толпой. Давай, следующий. Ну и чё ты стесняешься? Подошёл бы с товарищами и всё. О, ещё есть. Сейчас подойду.
коза, ты можешь жить спокойно. Что-то тут кого вы? Коз перевалили? Козья шкура, козье молоко, козья шкура. О, знатно тебя, брат. Насадили-то. У них тут вечеруха была, похоже. А вот этот был главным, да? От чего все померли, непонятно. Ну ладно, веселого вам вечера, ребят, что сказать. Так, кто орет? Выходи, покажись. Вроде сверху никого нет. Так, пока мы здесь не пошли дальше, ночь переждем. О, отлично. Так повиднее вам будет. Так, где ты здесь? А вот и метка. Здесь стоит осмотреться. Странный звук. Давайте по стандарту вокруг осмотримся сначала. Как бы только сюда, насколько я понимаю. Или я что-то неправильно понимаю. Разработчики же могут засунуть хоть куда, блин, этот сундук. Так, ну давай. Стой, нафига ты скатываешься? Например. Ну, например, а дальше некуда, да? Да. Задачка. Ага, вот он. Зачем так ныкать? Так. Нам как раз сюда. Тут у нас кто? Мертвые. Опять козы. Вот это вот, что такое за... Оу. Звук интересный. А тут уже звука нет. Да, звук где-то здесь именно. Так, 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 так. Ну, на звук нам, надеюсь, задание просто дадут. На этот странный. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом мы закончим данную серию. А в следующей серии у нас с вами останется что? У нас с вами останется, по-моему... Да, вот на Скеллиге последнее выполним. И, в принципе, все, у нас тут больше нечего будет делать. И пойдем уже тогда по основному заданию.
Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте прожать ваш королевский лайк, если вам нравятся мои прохождения. Именно по Ведьмаку, если вас все устраивает. Ну и, конечно, пишите в комментариях под этим видео, как вы проходили, либо проходите Ведьмака. Я буду очень рад и всем обязательно отвечу. Всем пока!